Так, всех приветствую. Мухи жужжат, птички поют, сосна. В этом году весна поздняя. Ну, вообще-то, я раньше как бы особо этими не интересовался. Вот в этом году более углубился в проблемы шеи, головных болей. И меня это все дело привело к сосне, хотя с детства знаю, что там даже колодцы сосновыми досками обшивали, чтобы в них все было чисто. Вот насобирал немного. Ну, тут все вперемешку. Отростки и шишки. И, конечно же, смола такая уже сухая. Попробую мазь сделать с подсолнечным холодного отжима маслом. Ну, это на двоих. На одного, конечно же, это много. Тут половину другу отдам. Он там уже пошел дальше. Шишки я уже сделал сироп. Это надо еще вот немножко приехал. Маловато в тот раз насобирал. Теперь еще настойку сделаю. И с медом сделаю еще одну баночку. Ну, понемногу. Скажем, по пол-литровой баночке. Может быть, по литровой. Не знаю, сколько получится. Рецептов на самом деле много. В интернете их валом, кому интересно, можете набрать там сосна в народной медицине, что-нибудь в этом роде, и найдете все, что вам интересно. Не буду даже все рассказывать, пересказывать, смысла в этом не вижу, потому что все это есть. Но дело в том, что головные боли посещают, вроде как бы я их очень сильно уменьшил за счет того, что занимаюсь посерьезней шеей. Но все равно есть еще. Также я как-то делал ролик про стеноз. Он еще не ушел у меня, есть немного. Ну, я сейчас назначил этот, как он называется-то, хотел быстро сказать, унтершаля, как по-русски-то. Фу, ё-моё, УЗИ, о, вспомнил. Сходить, посмотреть, насколько у меня процентов эта вена пропускает. Сейчас вот трогаю ее, она вроде, ее почти нету, этой шишки. Я тут попил сосну, заваривал. В общем, рецепт там тоже можете найти. Те же самые, ту же самую хвою, например, взять или эти отросточки там нарезать, заварить, дать настояться хотя бы денек, ну или на ночь. А с утра взять там, добавить меда. Немножко можно даже, ну, если, скажем, я делаю литровую бутылку, можно чуть-чуть добавляю еще пищевой соды туда, капельку. Буквально там, не знаю, четверть чайной ложечки на этот литр. И вот, эти вот, заварка хвои. И вот это потихоньку попиваю. Ну, как бы, посмотрим. Для сосудов, говорят, хорошо. И вот это... Инсульт нам тоже не нужен, тем более я одного знаю уже с инсультом, это как человек я видел, знаю, как человек превращается в овощ. Не хотелось бы, честно говоря, такой участи, лучше сразу, и, как говорят, как я говорю всегда, тушку, печку, пепел в речку. Лучше так, чем вот так, как это я знаю, и может быть. Поэтому, да, процесс, сразу скажу, довольно трудоемкий. Надо найти время поехать, нарвать шишек. Потом, ну, хотя бы их напополам можно порезать. Кто целиком делает, кто вообще шинкует. Ну, в общем-то, каждый на свой вкус. Я напополам порезал, пойдет. По крайней мере, сироп так сделал. Потом этим заняться, все это порезать, банки приготовить, все это. Ну, короче, время надо на это немало потратить, но это, как говорится, наше здоровье. Хотите жить, дожить остаток более-менее нормально, надо чем-то заниматься, как-то искать, пробовать. Никто за вас этого не сделает. Фармацевтика на вас только будет зарабатывать. Поэтому на это дело лучше не рассчитывать. Ну, смола, конечно, прикольная. Прям нашел дерево там в коре. Ну, такое мощное очень дерево. И оно высоковато. Я это палкой сбивал. Длинное где-то. Метра полтора. Где-то на высоте 3-3,5 метра.
И, в общем, там такой, как взрыв коры. И оттуда много-много смолы прям висит. Такими уже кусками на траве посмотрел. Все закапано. И прям уже там висят вот такие сухие, огромные. И я вот палкой их, вот, которую сухие, позбивал. Тут где-то попалась еще не совсем сухая. Не помню, какая. Какая-то была вроде чуть-чуть смоленистая. Вот это, по-моему. Да, вот она. Немножко еще смоленистая, вот, как бы не высохла. Ну ничего, полежит, высохнет. Потом мы это все раздробим, сделаем мазь и тоже будем пробовать. Интересно, ну вот на ту же самую вот этот стенос, например, намазать. Почему бы и нет? Почему? Кто сказал, что только изнутри на него можно воздействовать? Я считаю, снаружи тоже можно воздействовать. В общем, пробуйте, люди, пробуйте, ищите, все пробуйте. Тем более, вот у нас под ногами же, это же кладезь. Вот бабушка моя, например, все это знала. Я помню, пацаном приехал к ним в гости. Ну, пацану же все интересно, я на чердак залез. А там весь чердак полный, увешанный всякими травами. Ну и там, что такое черный чай, она, конечно же, тоже не знала. И вот я там напробовался этих чаев, каких только не напробовался. Ну, прожила она там, не помню, почти до 90 лет, хотя и водочку попивала не слабо. Ну, в общем-то, как-то так. А если бы еще не попивала, наверное, вообще бы за сотню прожила, если не больше. И еще маленькое добавление. Если у кого-то вдруг нету поблизости сосны, но есть трава душица, то можете ее собирать или просто поизучать. В принципе, свойства практически те же самые. Я как раз изучал сосну, все рецепты вот эти вот просматривал, и мне выскочило видео, где рассказывалось о душице. И у меня такое впечатление сложилось, что рассказывали про те же свойства сосны, только называли душица. В общем-то, есть такие цветы, трава, душица. Свойства практически один в один. Имейте в виду, пользуйтесь. Интересная стена. Вся так, как когда-то отбитая была. Все очень одинаковое. Но самое интересное, на какой степени, ну вот та верхняя ровная. И это тоже. Хорошо видно, наверное, до какой степени она ровная. Просто жесть. Ладно, на этом, пожалуй, все. Всем удачи, счастья, здоровья. Пока.